всех своих пеших прогулках мне помогала Google карта, скачанная для офлайн-просмотра и ориентирования по GPS улочек Каталонии. Это удобно и бесплатно. Хотели искупаться, но видно из-за того, как ветер очень большой, то купаться у нас не получится. Кстати, если у вас насморк здесь разыгрался на территории сада Клотильды, то здесь есть алоэ растет, вот так оно и есть, целый куст. Можно полечить насморк. Большинство террас соединяются с лестницами, поэтому если вы с ребенком и детской коляской, то вам придется выбирать или увидеть все прелести ландшафтного дизайна и таскать коляску по ступенькам, или наслаждаться прогулкой по мелкому гравию. Сам парк не рассчитан для людей с ограниченными возможностями. Кстати, гуляя по парку, мы заметили, что у большинства бюстов отбиты носы. С чем это связано, нам удалось выяснить на просторах интернета. Единственная и неподтвержденная версия – это произошло в результате временного сильного похолодания и резкого потепления, то есть из-за разницы температуры. Но за той зеленой изгородью находится зона своеобразного отдыха чилаут с 5 лежаками и фантастическим видом на море. Там можно просто посидеть и помедитировать, глядя на закат, луну или волны. Так, мы уже практически весь сад обошли. Ну что, из интересного, вид красивый, кустики красивые пострижены, скульптуры. Так, я где-то там видел фонтанчик. Идем? Маленький прудик. Вот такое оборудованное. С женщиной и мальчик такой, какой-то взрослый мальчик. Маленький Лёва. Без носика чуть-чуть такой битый. Здесь вообще без ротика. Все подстрижено, убрано, но скульптуры никто не собирается реставрировать. Так, рыбок я тут не вижу. Фонтана тоже. Лишь маленький водопадик. Мы поднялись на самую вершину этого сада. Вот здесь так красиво подстрижена лужайка. Здесь вот красиво так сделано, вот под навесом такая аллея красивая. Похоже на жасминовый куст в горшке. Так, у меня такое сложилось впечатление, как будто вот эти кусты искусственные, так ровно подстрижены углом. Газон так вот тоже красиво, ровно подстрижен. Все чисто убрано, мусора нету. Все по-европейски. Прогулка по садам Клотильды придется очень кстати любителям фотосессий. Здесь легко найти обстановку для самых лучших и оригинальных фотографий. К сведению, в этом парке с природными амфитеатрами, аллеями и площадками, арендуя, проходят съемки рекламных роликов, небольших концертов, пресс-конференций, презентаций продуктов и официальные корпоративные мероприятия. Также в садах можно устроить семейный пикник. Фонтанчик. Нашли первый рабочий фонтанчик, да? Не знаю, с чем он там сели. А дальше, я так понимаю, идет частная территория. Вот такие деревья, зеленое насаждение. Ну, наверное, какой-то теннисный корт. Красиво так сделано, да? Но
А я не думаю, что это часть сада, это просто там такая площадка и все. Мостик не видел. А, это частный. Вот это вот слева частный дом, где перекрыт вход, въезд. Да, видно, покупаться нам сегодня не суждено. Воздух в саду просто замечательный, чуть пахнет кипарисами и морской свежестью. Со смотровых площадок открываются сумасшедшие виды на скалы и пляжи. Наверное, здесь нужно натирать грудь. Русалка на черепахе. Руки и руки. Женщины руки, мужчины грудь. А здесь без вандализма не обошлось. Видишь, цепочку ободрали. Да. Там целая. Видишь. Маленькие. Маленькие окуньки. Карасики, да? Нашли деревце с плодами лимона. Это точно лимон? Это лайм. Лайм? Лайм. Точно или нет, то нужно сорвать ее и посмотреть. Идем. Ой, зеленый еще. Так лайм, он не бывает. Подождем, когда пожелтеет. Так, ну что, мы уже идем на выход. Через полчаса этот сад, парк закрывается. Ну как тебе, Олечка, понравилось? Не знаю, так особого мнения так о нем не сложилось. Я думала, он большой такой. Я... Ну, он красивый, ухоженный и все. Всего лишь. И с видом на море. Красиво ухоженный, чистенький. Он под... такой... Подстриженные акустики красиво, да? Он такой манюсенький. Опрятный. Но хотелось бы чего-то большего. Как бы раз ходить и все, больше сюда не ходить. Не потянет вас этот такой. Да, не потянет. И поэтому у нас загорелось жгучее желание посетить завтра ботанические сады. Там у нас по карте, на карте мы нашли два ботанических сада. Вот. И мы завтра двинем на автобусе в эти ботанические сады. Делаем видеосюжет по 10-бальной системе на 5 с плюсом. Все, больше тут ничего, как говорится, делать. Все. Всем пока. Всем всего хорошего. Бай. Да, всем пока.